каждый вторник и четверг я иду к своей подопечной Лилии Александровне Коржовой. Она меня ждет с нетерпением, и я ее иду обслуживать. Обычно я приношу ей продукты, которые она заказывает. Это продукты питания. Есть еще аптека, конечно же, потому что пенсионеры без аптеки – это не пенсионеры. Поплачиваю коммунальные платежи, уборку произвожу в доме, если по требованию. Приготовление пищи еще есть. То есть много помощи я оказываю своей подопечной. Мой записной рюкзачок. И что интересно, что здесь с логотипом и рюкзак, и футболка, что как бы люди могут даже видеть, что идет социальный работник. И очень вместительные продукты у меня практически там все сегодня поместились. Свободные руки, что можно, допустим, взять дополнительный пакет для, с продуктами. Если вдруг не погода, дождь, то я могу зонтик в руки взять. Это да, хорошо. Главное, что вы улыбаетесь, всегда в хорошем настроении. Стараюсь. Коты вас, да.